кажется, я нашел выход, но он слишком высоко. Управление гравитацией заблокировано. Дэйна! Блять! Не знаю, слышишь ли ты меня? Тебе надо подняться наверх. Слышишь? Ты должен подняться наверх! Айзек! Что за счет? Они глушат мой сигнал с помощью какого-то мобильного устройства. Кто-нибудь, определите частоту работы глушилки! Наверное, их штурмовик висит рядом с комплексом. И что теперь? Новый план? Нет. Они не знают, где мы, иначе бы уже убили нас. Дерьмо! Сигнал опять падает! Иди по своему локатору, быстрее! Thank you.
Лица, Айзек, ты пытался убить себя. С чего бы это? Правильно, игнорируй боль, похорони ее внутри. И пусть я сгнию, пусть истлею. Дэйна, ты все еще... Я добрался до верхушки церкви. Ты почти у цели. Я буду ждать тебя у челнока. Должен был догадаться, как я тебе поверил. Не скажу, что у тебя был выбор, Айзек. Стоило сказать про лекарство, как ты сразу ринулся за ним. К чему все это? Почему вы не оставите меня в покое? Ты очень опасен, Айзек. Комитет не отстанет от тебя, они боятся, что ты уничтожишь обелиск. Кстати, ведь это ты его создал. О чем ты вообще говоришь? Мы ведь за этим тебя сюда и привезли. Чтобы делать для нас обелиски, чтобы начать великое воссоединение во всей галактике. Да вы тут все просто спятили. Отдавай лекарства.
и я сваливаю нахуй. О, мы не собирались лечить тебя, Айзек. Твоя бесценная головушка нам нужна именно в таком виде. А теперь будьте любезны проводить Айзека к челноку и поместить его в стазис. Не хватало еще, чтобы он умер. Слышишь? Чего тебе еще, Стросс? Все кончено, все мои планы унесло в космос. Нет, 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 не кончено, пока еще нет. Айзек, Айзек, мы построили эту штуку, мы можем ее уничтожить. Обелиск, что ли? Стросс, ты знаешь, где обелиск? Он в правительственном секторе. Но мы должны идти туда сейчас же. Сейчас, сейчас! Мое время на исходе, как и твое. Стросс, куда тебе понесло? Черт!